Что касается юридической точки зрения, на, в принципе, изменения в Конституцию и по форме внесения этих изменений, и по, скажем так, конечной цели этих изменений, совершенно очевидно, что это абсолютно не правовая история. Это история продолжения узурпации власти. Это попытка стянуть все рычаги государственного управления фактически в одни руки или в очень-очень ограниченную, скажем так, группу этих рук. И, конечно же, те изменения, которые были приняты, основная их цель была прежде всего сохранение того режима личной власти президента Владимира Путина, который у него существовал, и укрепление этого режима. И здесь речь не идет, в принципе, о каком-то государственном строительстве, речь идет именно об персоналистской, авторитарной истории, где именно Владимир Владимирович Путин и окружающие его люди вот такими ухищрениями стараются удержать всю полноту власти в своих руках.